Добрый день, дорогие друзья! Я Лариса Пелевина, дистрибьютор компании «Тапу» и город Москва. Подпишись на мой канал YouTube, жми на колокольчик, и вы первые узнаете о новых рецептах, о новых изделиях и о новых программах компании «Тапу». Представляю вашему вниманию программу «Майя. Удачная экономия». Срок действия программы с 4 по 31 мая. Хит продаж в мае. Кувшин очарования, объем 2,1 литра. В новом малиновом цвете. И кружки очарования. Кружки очарования 350 мл. Это стильные и многофункциональные изделия, которые удобно использовать для хранения и транспортировки. Преимущество кружки очарования. Хранение. Крышка позволяет сохранить свежесть напитка в холодильнике. Идеальный для пикника. Крышка защищает содержимое от насекомых и пыли. Удобно держать. Бархатистая и волнистая поверхность позволяет держать кружку даже влажными руками. Легко открывается благодаря специальному язычку, расположенному на крышке. Кружки можно использовать для сервировки стола благодаря элегантному дизайну. Безопасность. Специальный волнообразный выступ на ручке защищает ваши пальцы от соприкосновения с горячими стенками кружки. Благодаря крышке кружки можно перевозить только в вертикальном положении. Кружки предназначены как для холодных, так и для горячих напитков. Пользуйтесь кружками дома, на даче, на природе, в дороге и в офисе. Коллекция очарования. И этим все сказано. Яркая, праздничная, многофункциональная. В этой коллекции соблюдены все удобства для любой хозяйки. Разнообразие объемов 500 мл, 1,1 литр, 2,5 литра, чаша 4,3 литра и дуршлаг. Любимые друзья и коллекция очарования – это все, что нужно для идеального пикника. Набор чаш классика – свежесть продуктов надолго. Набор состоит из двух чаш – объем 1 литр, объем 1 литр 400 мл. Чаши пользуются спросом с 1946 года. Именно с таких чаш началась компания «Тапой». Преимущество чаш классика. Полупрозрачные емкости. Видно, что находится внутри. Крышка имеет выступ. Удобно открывать и закрывать. Бортик препятствует открыванию крышки во время транспортировки. При условии правильного закрывания крышки вы можете транспортировать продукты питания даже вверх дном. Демонстрирую правильное закрывание крышки. Ставите емкость обязательно на жесткую поверхность. Кладете либо наливаете продукт. Крышку выступом от себя помещаете на емкость. Смыкаете два больших пальца и безотрывно проводите по ободку. После полного закрытия приоткройте за выступ крышку и нажмите на середину для выпуска лишнего воздуха. Закрываем крышку. Сейчас емкость герметично закрытая, и все до последней капельки останется внутри. Используйте чаши «Новая классика» многофункционально. Транспортируйте и храните продукты питания качественно. Поместите в чашу «Классика» скоропортящиеся продукты, такие как сметана, творог, сливки, и свежесть продукта сохранится надолго. Также используйте для заготовок салатов. Гарнир, котлеты, гуляш, жареная рыба, салаты, заправленные майонезом либо сметаной. Все сохранятся в чашах классика. Великолепно! Пользуйтесь в удовольствие. Чаша классика 375 мл. Маленькая емкость – это всегда удобство при ведении домашнего хозяйства. Преимущество чаши классика – прозрачная емкость. Видно, что находится внутри. Не нужно открывать лишний раз крышку. Удобная крышка с углублением. Можно ставить в холодильнике чаши друг на друга. Это устойчиво. Выступ на крышке позволяет удобно открывать и закрывать крышку. Крышка абсолютно герметичная, а значит, вы обеспечите качественное хранение даже скоропортящихся продуктов питания, таких как творог, сметана, йогурт, сливки. Чаши классика можно использовать для приготовления десертов и желе. Возьмите с собой десерт, салат, второе блюдо и обеспечьте полноценное питание на весь день.
Карусель Тапуй, объем 3,9 литра. Деликатно промывай зелень, просушивай ягоды, сервируй и храни продукты питания. Ведь именно карусель является одним из самых продаваемых изделий Тапуй во всем мире. Полный обзор по данному изделию смотрите в описании данного видео. Терка спиралайзер предназначена для быстрой, красивой нарезки фруктов и овощей в виде спиралей. С помощью терки спиралайзер нарежьте красиво картофель в виде спирали и приготовьте картофель фри. Свекла, морковь, кабачок, огурцы будут празднично смотреться в ваших салатах и заготовках на зиму с помощью терки спиралайзер. Терка спиралайзер уже содержит насадку для тонких спиралей. А вот насадку для широких спиралей вы можете приобрести отдельно. Термосервирователь от Тапуй, объем 3 литра. Готовь без электричества, не нужно следить за процессом приготовления. Термосервирователь обеспечит приготовление вкусных и полезных блюд. Готовьте в термосервирователе первые блюда. Супы из морепродуктов и куриной грудки. Готовится быстро и легко. Готовьте морскую рыбу, морепродукты, куриную грудку. Качество приготовления данных продуктов вас точно удивит. Сейчас вы можете готовить без плиты, методом заваривания, такие продукты, как гречка, рис, макароны и другие гарниры. Ведь у вас есть термосервирователь. Готовьте каждый день вкусный, полезный домашний йогурт. Для этого вам нужен термосервирователь и 4 кружки очарования. Про термосервирователь я скажу еще одну очень важную вещь. Он готовит, а ты отдыхаешь. Кувшин от шефа. Объем 1 литр 600 мл. Изысканный и элегантный дизайн. Непревзойденное качество. Гарантия 30 лет. Достойный подарок для родных и близких. Преимущество данного изделия. Подходит для всех видов варочных поверхностей. Полая ручка, не нагревается. Удобный носик с эффектом обратной капли. Готовьте в кувшине от шефа горячее молоко, какао, кофе, вкусный чай. Коллекция контейнеров «Акваконтроль». В них есть все для вашего удобства. Прозрачные емкости, видно, что находится внутри. У контейнеров абсолютно герметичная крышка. Это удобно для хранения и транспортировки продуктов питания. На крышке есть выступ. Легко открыть и закрыть крышку. Для того, чтобы крышка была герметично закрытая, сделайте следующее. Поставьте емкость на твердую поверхность, крышку сверху контейнера, нажимаете на углы и проводите по периметру крышки. Вот так. Посмотрите, чтобы белая часть была параллельно дну. На дне каждого контейнера есть ножки. Это позволяет равномерно охлаждать продукт в холодильнике. Крышки контейнеров адаптированы под дно для устойчивости в холодильнике и на полках. Контейнер объемом 1 литр 100 мл удобно использовать для слоеных салатов, нарезанных фруктов и овощей. А также вы здесь можете вкусно приготовить соленую или маринованную рыбку. Контейнер «Акваконтроль» 2 литра 100 мл можно использовать многофункционально. Поместите сюда крупы, макароны, муку, сахар. Идеальное хранение обеспечено на 100%. Данным контейнером вы можете заменить 2-литровую банку. Приготовьте малосольные огурчики, соленые помидоры, моченые яблоки. А также можете использовать для хранения перетертых ягод, варенья или меда. Контейнер «Акваконтроль» 2,9 литра – самый любимый объем для хозяек. Возможности использования контейнера. Можно использовать для круп и макаронных изделий, для сахара и муки, для большого количества собранного меда, варенья, перетертых ягод, для хранения и транспортировки свежего мяса для приготовления шашлыка. Контейнеры «Акваконтроль» обеспечат удобную транспортировку ваших продуктов питания и компактное хранение в холодильнике и на кухонных полках. Май – это время наводить в доме порядок. И компания Тапуй представляет вашему вниманию салфетки из микрофибры от Тапуй.
салфетки для мытья окон и зеркал, двусторонний моп для пола, салфетка ультра, салфетки для удаления пыли. Обзор по использованию салфеток из микрофибры смотрите в описании данного видео. Силиконовая форма принцесса предназначена для приготовления блюд в духовке и микроволновой печи, а также подходит для заморозки. Размеры силиконовой формы. Объем 2,5 литра. Диаметр 25 см. Высота 4,5 см. Температурный режим минус 25 градусов плюс 220 градусов. Антипригарный эффект и гибкий материал позволят легко извлекать выпечку. Удобные ручки для захвата. Приготовление выпечки и других блюд происходит идеально, так как силикон равномерно распределяет тепло. В силиконовой форме принцесса вы можете готовить бисквиты, пироги, хлеб, запеканку и многое другое. Чаша Бум, объем 10 литров. Большая емкость, герметичная крышка, удобные ручки. Вы можете здесь хранить фрукты и овощи, мариновать мясо, готовить большое количество теста. По ссылке в описании данного видео посмотрите полный обзор по данному изделию. Умная сырница, большая, квадратная. Размеры сырницы 30 см 4 мм, 27 см, высота 10 см 7 мм. В этой сырнице вы можете хранить несколько любимых видов сыра. Система контроля конденсата на крышке обеспечит качественное хранение сыра и других продуктов питания. Двухсторонний поднос увеличивает возможности использования данного изделия. Сырницу вы можете использовать как кондитер для хранения и подачи на стол пирожных и различных лакомств, а также нарезки из овощей, фруктов, мяса и рыбы. Контейнер «Великан» 5 литров. Контейнер состоит из трех предметов. Емкость объемом 5 литров, прозрачная, видно, что находится внутри. Съемная ручка и герметичная крышка, что удобно для хранения и транспортировки продуктов питания и не только. Без ручки контейнер удобно хранить в холодильнике и на полках для качественного сохранения свежести продуктов питания. Ручка предназначена для транспортировки. Данный контейнер можно использовать для хранения игрушек в детской комнате, для приготовления и транспортировки шашлыка на пикник, для хранения большого количества круп, сахара, либо муки. Охлаждающий лоток, объем 2 литра 500 мл. Организованное пространство в морозильной камере. Легко доставать продукты благодаря гибкому материалу. Защита от морозного ожога. На основании имеется бортик для предотвращения открывания крышки во время транспортировки продуктов питания. Выступ на крышке для удобного открывания и закрывания крышки. Замораживай мясо и полуфабрикаты в охлаждающем лотке 2,5 литра. Щипцы для барбекю от шефа. Большие, удобные, безопасные. Щипцы предназначены для переворачивания мяса и бургеров. Щипцы разбираются, имеют удобную эргономичную ручку, отверстие для того, чтобы можно было повесить на крючок. И получается у нас лопатка и вилка. Их можно использовать каждый день в быту. Умный холодильник, объем 3,2 литра, высокий. Предназначен для качественного хранения зелени, овощей и фруктов. Решетка внутри контейнера позволяет защищать продукты от конденсата. На крышке контейнера есть специальный указатель, как правильно и качественно хранить различные продукты питания. Обозначение этих продуктов на стикере умного холодильника. Умный холодильник, высокий на 3,2 литра, удобно помещается в дверцу холодильника. В высоком умном холодильнике удобно хранить длинные продукты питания, такие как морковь, укроп, петрушка, кинза, лук-порей и многое другое. Бутылка «Витаминный заряд». Объем бутылки 750 мл. Данная бутылка позволит вам не просто хранить и транспортировать напитки, а еще и готовить своими руками. Как приготовить вкусный и полезный напиток?
с помощью бутылки «Витаминный заряд». Раскручиваем дно, и что мы видим? Здесь есть насадка для цитрусовых. Устанавливаем на основание и отжимаем сок лайма либо апельсина. Далее переворачиваем насадку и устанавливаем на основание. Кладем сюда кусочки фруктов, либо ягод, можно веточку мяты. Закручиваем дно. Переворачиваем и откручиваем сверху крышку. Наливаем воду, и наш напиток готов. Встроенная кружка позволит пить напиток даже на ходу, а ремешок обеспечит свободные руки. Эко-бутылки Tapui. Объем бутылок 500 мл, желтая и коралловая. У этих бутылок надежная винтовая крышка. Эко-бутылки квадратной формы. Особенно они нравятся автомобилистам. Эко-бутылка 1 литр в коралловом цвете. Эргономичная форма, удобно держать в руке. Крышка с клапаном, можно пить даже на ходу. Внутри рельефы бутылки повторяются. Вы можете здесь разбить ягоды, залить водой, и получится домашний лимонад. Специальное предложение для консультанта по привлекательной цене. Ложка каждый день. Стандартная цена 1299 рублей. Цена консультанта 399 рублей. При условии размещения заказа суммарно с 4 по 31 мая на сумму 7500 рублей. Емкость «Новая волна» 920 мл с разделителем. Стандартная цена 1999 рублей. Цена для консультанта 699 рублей. При условии суммарного заказа с 4 по 31 мая на сумму 15 тысяч рублей. Данные изделия за программу заказывать можно несколько раз –